У нас видео будет в лайвом таком режиме. Смотрите, заехали на заправку. Наше Яндекс.Такси заправляется. И сейчас зальем примерно полный бак среднестатистической легковушки. У нас это будет всего полбака примерно. Еще нам надо отбить бутылку из Синтуков 4 и Кока-Колу. Нормально такое такси, блядь. Такое вместительное, ну, кажется. На самом деле нет. Первый пассажир, короче, пошел. Тил пацан, он изначально открыл заднюю дверь, это вообще трэш. И понял, что как бы, ну, не вариант, только вперед. Потому что это вытяжка, да, сзади? А? Нет, мы не нарушаем, Вить. А? Это монтаж. И веселее, ну, и веселее, да. У нас в Кропоткине, кстати, есть, может, знаешь, Андрей Пробкин на Калине ездит на громкой. Универсал? Да, черная. Знаешь? Раньше красная была, по-моему. Красная. Раньше она была красная, парень с нашей команды, да. Сейчас черный. Яндекс.Такси. День открытых дверей. Друзья не поверят. Че, рассказывай, как тебе Хаммер такси? Вообще замечательно. Комфортно, музыка. Музыку свою покачали и вообще прекрасно. Не громко было? Ну я не выдержал. Не выдержал, да? Тема. На всю не выдержал. На всю не валили. Сколько мы заработали? 133 рубля. 133. Нормально. Спалили 200 где-то. Вторые пассажиры, да? Это дополнение к Хаммеру, чтобы таксовать, чтобы рубить бабло нормально. Одного пассажира мы сюда. Лауцан, да? Че, наличкой платишь? Не, картой там. Музыку будем слушать? Тёма, зачем нарушаешь? Самое быстрое Яндекс.Такси. Я на Хаммере хочу нарушаю. Это ж потом в комментах будет писать. А? Потом нет, в комментах. Не нарушаю, Вить. Это графика, монтаж. А? Да? Это графика, скажем. Это монтаж, да. Чё, как тебе музыка рассказывает? Вообще топ, прям. А ты Тёма узнал, да? Я узнал, а вот сам. Ты подписчик даже? На Ютубе подписчик. Ничего себе, и на Альфард группу, и на Винникова? Нет, только на Лауцан. А Витя, видишь, мы не доехали до вокзала, но пишут, что еще типа мы едем. Так, у нас заказ, но слишком далеко, да? На Аганово, да, далеко-далеко. Минус за пропуск мне, минус 4 балла активность. Витя, минус 4? Пропускать, смотри. Обалдеть. Короче, ребят, Яндекс нас обул. Была поездка на 137 рублей, из них... Опа, так, куда? Привокзальная площадь. Ну, туда надо ехать, Витя. Приняли, включаемся. О, так тут рядом вообще. Че, поехали? Поехали. А вот самое смешное, когда люди назад. Так у нас тут так круто. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. У нас сегодня крутое такси, вы не пугайтесь. Да не пугаюсь. Музыку любите? Да. Автозвуком не увлекаетесь? Ну нет, но я понимаю, что это... Условия вот поездки на нашем VIP-такси, это вот любая песня там на той громкости, которую я выберу. На 20% громкости. На 20%?
Мы сто не будем пробовать? Я не знаю. Давайте не будем, пожалуйста, пробовать. 5 баллов поставите нам оценку? Я поставлю вам 10 баллов. Мы можем вообще валить вот на таком уровне всю дорогу. Не, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Тогда 10 баллов. Оплата наличными? Да, наличными. А за что мы хотим похвалить? Комфортное вождение, чистота, приятная музыка. А там есть приятная музыка? Да, есть приятная музыка, интересная беседа, вежливость, хорошее настроение. Все. Хорошее настроение. Да, вот конечно. Я тоже думаю, хорошее настроение. А не, знаете, давайте я вам все поставлю. Вообще, только больше не включайте. Возьмите, сейчас 150 дам. Давайте 300 и все. Нет, сейчас мне 200 лишь. Ну, все хорошо. Ну, хвастайся, хвастайся, Тём. Смотри, у нас есть нал. 350 рублей. Ребят, очень долгая поездка была, чтобы вы понимали, с центра Ростова на окраину в Александровку. Вот, я в жизни больше не поеду, даже за 1000 рублей. Вот, но... По пробкам, по 8-бальным. Да, зато нам поставили пятюню, написали все комментарии, попросили просто больше не включать. Теперь смотрим. Поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. 555.33. Гля, какая цифра получилась красивая. А теперь посмотри, баланс у меня. То есть у нас есть 350. Уезжай, троллейбус не проедет. Да? А, ладно, все, мы поедем. Смотрите, как сюда там все спорят. У нас сегодня музыкальное такси. Высиживает, тот едет бесплатно. А, нет, не надо. Здесь слишком громко, да? Нет, здесь не громко. Громко слишком. Так, я еще не включил. Пожалуйста, выключите, у меня голова болит. Ладно, так неинтересно. Работаете. Мы за интерес работаем. Я же вам получил за то, что мне комфортно будет. Так вы поставите комфортно. Смотри, какая машина в режиме эконом у нас. Ну, я же ехать собиралась, не музыку слушать. Спасибо. Да, короче, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вам залезть? А, аккуратно. Кто-то такой машиной работает в такси? Такси? Ну, вот приходится кредит за музыку платить. Работаю. Что Точка. Не, ладно, у него наклейка на бокс. А что, валит? А что, заказов нет? Смотри, я сейчас покажу. У нас это вы, мои идеи, приехал конкурент, вот реальная машина, реальная Яндекс.Такси, но у нас тоже реальная, и смотрите. Опа! Фронтец. Кстати, нужен обзор? Ты же просил обзор делать, да? Подходишь. Я твоего ответа жду. Где заказы, скажи? Что мы делаем не так? У тебя что, нормально? Брендирование сделали. Брендирование? Да мы написали на машине Яндекс.Такси и все. Хуя, не прокатывает. Не прокатывает? Ну ты вот стоишь, сколько ты заказ ловишь? Да я не стоял, я подъехал. А, ты подъехал? Сейчас включусь, мне раньше придет, чем вам. А у тебя приоритет ИП, да? Нет. Из-за обклейки, да? Наш заказ. Зачем? Приоритет.
Группировка. У нас группировка, короче. Ну что, пацаны подошли, надо их прокатить. А кто поедет? Кто едет? Пушкинскую поедете? Вдвоем, вдвоем едем. Вдвоем? Да, вы поместитесь? Давай вдвоем. Конечно, поехали. Вы что... Вы прямой эфир увидели, да? Прямой эфир увидели? Или так подошли? Пары выбежали. А, все. А кто поедет из вас троих? Вот мы вдвоем. Нифига себе, ты куда? Ты даже до Фониха. Мутанты едут. Мы пополам его сложим просто. Тебе сколько лет? Ты какой у тебя рост? Мне 18. 18? Да. Сейчас, подожди. Ему 18. Здравствуйте, дорогие друзья. Как тебя зовут? Тимофей. Тимофей. Да меня знает, наверное, кто-то, кто смотрел. Я не знаю даже, как прокомментировать, но залазь. Я пытался туда залезть, я помню. Коленочки. Ну как, короче, ставлю 6 из 10. Баке хуже, однозначно. Сейчас ты сейчас ставишь ноги вместе, чтобы я сел. А какая машина для тебя подходит? Никакая, да? Какая-нибудь с открытым верхом, знаете, дроп-топ. А как это я лезу? А мы сюда? А куда? Ты же занялись? Так, вот два пассажира, два подписочника. Двое, значит, что мы по двойному тарифу типа везем, да? По двойному? А какой тариф? По полной. Шишарь. Я знаю, что мне.
Чего, пацаны, говорите? Мне чуть Яндекс.Такси, он ее бил нахуй уши. То есть вот настолько все было классно. А я чуть не заблевал вам Яндекс.Такси, поэтому... Яндекс.Такси. Да, спасибо большое. И главное, бесплатно, да? Главное, бесплатно. Да, да. Бесплатно? А мы ему дали денег. А дали? Мне кажется, ты специально за нами ездишь и заказываешь. Ты наши заказы забираешь. Да ладно, мы на ДГТУ. Да. Давай, на ДГТУ не езжай. Яндекс, Дэвбонс, такси, еще одно. Коалиция. Конкурент, уже, да? Коалиция уже целая. Смотри, пошел, пошел. Пошел по автобусной. Мы скинем, чтобы тебя с линии сняли. А можно по автобусной ездить? А тебе? А он же как за троллейбус проходит. У нас эти дорога прицепим, понял, скажем, у нас троллейбус на электротяге ездит. А прикинь, тема, смотри, Витя, на самом деле. Бензина мало как-то, да, на сырюках валишь, надо зарядиться. С площадки отъехал, троллейбусные рога нацепил. И литий так быстро зарядил на замер, да, чисто. И все, и ты все, все, и поехал. Сколько выдержать надо? 163. Не, по времени. По времени? Да. Ну, пока до вокзала будем ехать. Давай. Я еще его заметила, когда в ДГТУ ушла. Не, ну ты что, не знала, что у нас такси? Нет, не знала. Ну рассказывай, как тебе такси, Хаммер? Очень круто. Музыка понравилась? Да. Не слишком громко было? Нет. А на автозвук ходишь? Нет, не хожу. Ну не теперь разу. Будешь, да, ходить? Первый клиент, да, наш такой, который... Который позитивный оценил музыку, да? Да. Но... Есть позитивные люди в Ростове. Долго-долго не делай. Чисто место для тёлочки и все, да? Ну да. Сразу звук ебал, чтоб охуело, блядь, и повез норку, блядь. Только сейчас таксовать, вон, блядь, приложение сделал, блядь, и все. А раньше, блядь, с колеса, блядь, в 90-х, блядь, того рот ебал. Дороги убитые, блядь, только на ходовую работал, блядь. И колесил, блядь, чтоб кого-то подобрать, блядь. Да, но тут хотя бы... А еще тёлки, блядь, попадаются по пути, блядь. И какая нахуй работа, а сплошной минус, блядь. Ходовую отремонтирую, шампанское, шоколадку купи, блядь. Могу включить. Ну так, слегка на болтах. Не, ну а чуть громче на болтах, чтобы понятно было. В машине тут ее и не выебешь, блядь. Надо везти куда-то, блядь.
здрасте. Здрасте. Чё-то я не поверил сначала просто, когда написали, что за мной едет. Почему? Не знаю, смотрю, Хаммер. Только, наверное, такая, что подвешивайся, да, будет сделано. Там могу включить, хочешь? Ну так, если. Нет, ну нахуй. Нормальная музыка? Да. Давление больше, чем в самолете при падении, наверное. Что, меня аж нос пробило. Я просто вообще не привык. Да это не на всю даже. У нас сегодня акция в Яндексе. Кто, слушая здесь музыку, едет бесплатно. Громкость только я выбираю. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что от тебя не люблю. Что любить могут одни девчонки. Не забудь, как твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что от тебя не люблю. Thank you.
общем, ребят, вот такое видео у нас получилось. За эти 3-4 дня мы не заработали даже 1000 рублей, при этом на бенз рубля 4, да, потратили? 1000 заработано. Заработали 1000? 1200 где-то рублей. Ну, нормально. Ну, в принципе, в минус мы жесткий отработали. Народу, кстати, удалось покатать на самом деле мало. Мы не ожидали, что так мало заказов будет. То есть в день мы по 2-3 человека у нас удавалось только ловить, поэтому привлекли подписчиков, покатали их бесплатно. Да, и тех даже, кого мы привлекали, ребят, будьте чуть-чуть пожизнерадостнее, пожалуйста. Вот у нас, я понимаю, зима, все везде серое, но реально вот чуть-чуть веселее. Люди все какие-то злые, обозленные. Хотя музыку мы скачали незабудку, сейчас валили. Все, короче, топовые треки. Хиты контакта. Топовые треки, хиты контакта. Так круто покатались, повеселили людей в автобусах. Да, в автобусах вообще, конечно, жесть. В общем, если интересна такая рубрика, то вы смотрите такси, либо валите, просто кошмарить автобусы. Бедные люди, я, наверное, ну, не завидую. Там некоторые, знаешь, которые... В следующий раз... Молодежь нормально реагировала. Мы по-другому сделаем, смотри. Кошмарим автобус, а потом ты туда заходишь в час пик, вот, сразу же и спрашиваешь мнение. Спросишь, как вам, друзья, нормально? Не, ну давай лучше... Посмотрим, выйдешь ты. Лучше ты зайдешь, а то... Ну хорошо, или я зайду. Хлебосося на аппетит. Все, ребят, всем пока на сегодня. Подписываемся, колокольчик, лайк, дизлайк. Дизлайк не надо, все. Дизлайк не надо. Покасики.